Блять, я тут хилю вообще-то, не могу нихуя. Слышишь, этот самый... Падает вообще. Могу потанчить, танчил его. Не-не, тут танк есть, эрдрушником бы это. О, нормальный макрос. Хорошо, сейчас захожу. Этот самый... Как вы думаете, падает? Две минуты надо мне. Давай, давай. Это падает вообще, этот... Как он называется-то, блять? Ревностный на кожу он падает вообще в инсте? Падает, или... да. Ну, на руку раза три падал. Блять, я думаю, зайти, не зайти, нахуй. Не заходи. Ой, блять, синдром друида начинается, блять. А у меня напали еще, знаешь, какой чарки нету, на бурю, она вообще актуальна сейчас, иди нахуй. Нет. 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 Актуально. Буря, гирдельмо. Сейчас на ретрика актуальны только две чарки. Это какие? На хасту и на двойную атаку. Ну вот у меня нету атаки и нету. Ну на хасту у меня запы там с РП, которые латные. Вот я не знаю, типа. Другие там что, соляры, либо СРС, но это не скоро, наверное. Ничего другим надо. СРС обычки ты можешь забрать. Блять. Двойную атаку под колбу берешь вообще огонь. А у меня печать. Но у тебя правосудие, но правосудие. Оно по сравнению с этой двойной атакой сейчас вообще мизер дает. По итогу, блядь, с кем идти-то, блядь? Ну, с шаманом, нахуй, вообще. Да я 300, ой, 350. У меня на шамане нихуя нету. На хиле. Не, в смысле, на хиле там есть. Пацаны, а кому написать, что. А шаман не в гильдии, значит, не идет. Так и чё, блять? Плюс они в ЛХГ. Он нормальный пацан, в смысле. Не-не-не-не, он в другой гильдии, он уже не нормальный пацан. Да там, блядь, там не ходят в рейды. Да, не спорно. Эрдру, который. Я там, по-моему, катал. Напиши чат Орды. Плюсики поставь. Да я бы и на Элема, кстати, лутанул. Один, один, я слышно. Очарки на Элема есть какие-то сейчас нужные? Ребята, тебе, короче, на каждую шмотку по 10 вариаций, блядь, этих чарок. И на каждый спек, блядь, на каждый пак. Короче, вот так открываешь банк, а там чисто... Да, Слава? Я не понимаю. Катала, плюсики поставь просто. Говорю, тебе надо... Поиск спутников Орды, поставь плюсики. Тебе, говорю, надо, чтоб открыл банк, а там все шмотки ТТГ со всеми чарками. Плюсик поставить где? Поиски спутников Орды. Чат Орды. Поиск спутников Орды. Invisible написал. Все, хорошо, сейчас. Я охуею, все будет ревностный. Поиски спутников пишут. Чего тебе ревностный? У тебя есть ревностный, блядь, ты заебешь. Да не на это, не латный, а кожаный, типа. Вот о, я плюс поставил. Я знаю, если не надо еще. Если танковское тело выпадет, блядь, да, с этой не чаркой не на печать, я заберу. У него маска, да, на друиде, я так понимаю? Сопрот, обмен хулидринг. Там урон от печати мщения, правосудия и всякой дрочи, связанной с ней. Ой, сижи, Кирсов. Не надо сейчас, свяжись с Катала. Падлу рулить. А, блять. Давайте шкаф. Пацаны, у меня 4 минуты, маска. Да похуй. Ну ладно. Я даже сам не знал, но я на него да, не заходил уже неделю. Да, это не страшно, просто постой там. Главное, конфликт не лови. Главное, да, не слови эту хуйню и все. Так, ну я в ретрике, так получается, что, блядь, сколько, 23, это я, будет делиться на 11 и 12, получается, подожди, 11 миликов и 12 РДД. Получается, первая, вторая пати, и так и зовут. Все остальные...
в РДД зоне. Эрдру может в миле стать. Эрдру в РДД зоне. Нам не нужно. Слушайте внимательно. Со звезды начинают милики. Это просто, первая и вторая пати. Я ни разу не был в РДД зоне, я ни разу не был. Зеленый дебаф. Если ты двигаешься, копится стаки. Давай в миле сделаем 12, а в РДД 11. Какая хуй разница, блядь. Оно так не повешается. Оно вешается меньше на миликов. Дебафы раскидываются по-другому уже. Они раскидываются на один больше РДД всегда. Вот. Если 25, то 12 и 13. Если 23, то 11 и 12. Так. Все значит, противоположно миликам. Меньше двигаться надо. Значит, милики со звезды. Это первая, вторая пати, и так и зовут сюда. Все остальные на сторону кружка. Ближе, вот, ну, кружок там, не знаю. Допустим, пускай Лок и Заломаныч тусуются. Вот здесь в ромбике примерно хилы тусуются, им там никто не мешает. И там дальше, треугольники, там тусуется это четвертая пати. Там два блинка, отпрыжка, телепорт и шелфир. Тебе надо руки на ретрика брать нонсет. Мне? Да. Я вообще не ебу, блять. У меня, думаешь, это все есть, что ты говоришь? Это же не выбито нихуя. Эй-эй-эй, я кожаный забираю. Unroll, нахуй. Это. Спулили, забирайте танки. Я в ахуе, конечно. Зачем вы пулите? Близко к боссу нельзя было. На метки смотрите. Проверьте метки свои, да. Кинуться. Так, ну, тактика очень простая. Значит, гейзеры либо на РДД, либо на миликах будут первые. Смотрите, от этого зависит, какой будут вторые. Потому что вторые будут с этой... Одновременно с обстрелом. Не работает. Обстрелом. Т4, Т5. Да похуй. Милики. Ну я хуй знает, я выбежу. Да бомжи вы просто. Я надо понял, позицию. Позицию было правильно занимать. Не знаю, у меня оно само как-то на автомате, типа, в мозге заложено, блять, что я вот не сдох на этой хуйне, отбежал просто. Вот видишь, где звездочка бегает. Я вот сюда к стенке отбежал, и все, блин, похуй. РДД, смотрите, будет обстрел. На обстреле, вот сейчас обстрел. С одного луча выйдете и будете в другой выходить. Будут гейзеры на вас, так что не сдохните на этом говне, нахуй. Вот, блять. Кто это был? Не еврей, бичуган, блять. Бомж, блять. Маг и еще такой бомж, пиздец. Кринж. Ладно, хуй с ним, хорошо, хоть не все упали. Но одно тело нормально еще. Будем добить. Это милики скоро у нас будут гейзеры. В две пучки. Буквально сколько там? Секунд 5. Вот они гейзеры, бля. Молодцы, что пиздец, IQ нихуя не хватает, да? Я понял. Причем минус 2, блять. Патрисия и то и Кирсори, блять. Вообще не знаю, блять. Да ну там выносит далеко. Так заранее. Я главное, ну говоришь вам за 5 секунд, вы ноль эмоций, вы как ебали босса, так и ебете. А потом. Ну вот тут заранее убежал. Там, блядь, было хуево, там, блядь, окружили меня, ебаный в рот. Сука, главное за. Вот, РДДшники, вы должны были знать уже нахуй. Вот. Не надо чхуй с ним первый раз, при том забыл, что милики уже словили гейзеры. И тоже хуй забил, блядь. Ясно, нахуй. Две метки, что там, прожимочки даем, то сдохнем нахуй. Ясно, блядь. Спасибо, что сбежались нахуй. Спасибо. Я в кого-то сбежался там. Катинатор еще флешку дал, блядь, все, он сдох. На луче, походу. Гейзер милики. Но после этого гейзера будет гейзер на РДД. Секунд через 15, может. Я понял. РДД, ну-ка съебали. Съебитесь от нас, дайте нам место. Словим конфликт. Вот, блядь, уже наша словила об кого-то. Кринж, нахуй. Я знаю, кто падайте, придет. Нахуй. Падайте. Бичи, блядь. Хуй с ним, вот челик сдох новый, который. Он сдох просто, блядь, потому что у него маска, во-первых. Потому что он, блядь... Я только милик всегда играл. Ему разрешается, блядь, пару раз сдохнуть. А вы-то, блядь, вы тут были уже, чего вы дохнете?
Неужели такой сложный босс, блядь? Я не понимаю. Почему нельзя прийти и убить, не издыхать ни разу, блядь? Чтобы мы его уже разъебали. Как мне Т4 пофиксить? Снять, одеть. Или логнуться. Кастануть. Это, снять. Что-то кастануть там надо, да? В себя. Хилку кастани, хуй знает. Сними, кастани, одень, кастани. Или логнусь. И все это подряд. И муж поможет. Сбегай в Долоран, потанцуй там. Прыгай три раза. Поиграй. Можешь это, паровозик поставить. Может быть, заработает. Подсолнух можешь поставить. Рыбу жрите. Блять, вы сейчас только что видели свои косяки, блять. Вот конкретно не врей, нахуй. Ты просто, блин, юзай там на это хуйне. Не лови конфликт, блять. Милики, блядь, заранее отбегайте. Первые гейзеры все ждут. Просто ждут. Где там шелфир? Починил? Да похуй, даже если не починил, поебать. Т5 есть, два куска работают, нормально. Может они багаются именно? Не работает. А, это хуёво, конечно. Не спульте, только к собаке близко не подходите, блядь. Метки это поставились во время боя, будет использоваться. И то в них не надо стоять, это просто ориентир. Где ваши? Дайте бафы. Ну, каска на тебе есть, больше хуй знает, что тебе дать еще. 300 бафов, да? Так, проверка. Инту. Бафните инту. Готовы, быстрее инту, даю отчет. 3, 2, 1. Ну кто нахуй? Че, дрочите что ли? Максимально бруст из пула отдаем, чтобы, блядь, потом когда вы сдохли, чтобы какой-то был профитик от вас минимальный, блядь. Так, скоро будут гейзеры. Готовимся, ближайшие 5 секунд. Либо на РД, либо на миликах. Смотрим под ебучие ноги, блядь. Вот, на РДД, блядь. Смотрим. Три бича просто, блядь. Дзиндис, Ненадыч и Заломаныч. Ясно, нахуй. Что там, метка, что ли? Полтинник отдал. Ну, я думал, надо делить дамаг. Это милики на обстреле. Вот смотрите, как делает звезда. Смотрите, я сейчас не сдохну, типа. Вот сейчас будет луч такой хуяк, и сейчас гейзер такой. Хуяк и не сдох, да? Да ну нахуй, реально что ли? Кирсори бич. Пиздец, только что гайд тебе показывает. Блять, ну я сзади вас бегу, суки, ебаные. Так а хули ты, блядь, луча, блядь, выпрыгнул и пиздец, из лужи выпрыгивай. Ай, блядь, вот, сука, вот учишь их нахуй. Ой, и три бича еще. Три хила лежат. Один РДД, один милим, блядь, ГЦ. Сбегитесь по Сефею. И в дым еще у друида. Блядь, я понял. Я в ахуе просто, бля, вы что делаете? Пиздец просто, нахуй. Давай бидон хиль. Значит, ретрики в хилов переделываемся. Шалфир в хила. Переделываешься. Ну, типа, вот сейчас вот хилим себя, нахуй. А, нахуй. Пизду, падайте, заходите. Я ебал эту хуйню. Заново, нахуй. Заново, блять, падайте, ложитесь. Я ебал эту хуйню. 5 хилов лежат. Ну, похуй, убивайте, я просто в лужу уже забежал. Убивайте, нахуй. Вон 4 конфликта, нахуй. Падайте в пизду. 4 хила лежат, блять. Как, нахуй? Вы что, с гейзера выйти не можете? Вы хилов вокруг не обступайте. Я ебром бью. Пиздец, ебать. Надо в ТТГ, наверное, ходить двумя рейдами, чтобы вы запоминали как-то получше тактику. Почему нельзя нормально сделать, блять? Почему, сука, я выживаю, а вы, ну, падаете, блять? Ну, заранее же вы знаете, что будет, блять. Первые гейзеры, хуй с ним, три бича сдохло. Дальше никто не должен задыхать. Метки, блять, там пиздец, еще дохуища кюра. А метки 50-50 поможешь, что ли? Ну поможет, если не, ты я делишь. За рогу, например, я за рогу, например, ни разу тут никогда не дох. Ну, на освоении дох.
Тут реально, ну я не понимаю просто. Я в одну сторону побежал, надо было в другую бежать в сторону. Вы выбираете сторону, а это то, куда вы бежите, не должно ни от кого зависеть. Вам никто не говорит. Я не могу каждому сказать, 25 людям, ты беги лево, ты право, ты, блядь, на 360 градусов. Ты, блядь, ты просто сказал, что я бич, блядь, я не бич. Я просто первый раз играю в Range TD здесь. Я не бич. Я понял, блядь. Нет, тут все бичи, блядь. У Range еще проще, вы просто стоите, блядь, сразу можете позиции выбрать. И встать удобно, выбегать. Хуяли тут все. Хулидрин, когда вздыхает, говорит, я завис, я завис. Лаги ебаные, вот так и говорите. Но все равно это не Я сейчас ни разу не сдох, так что не надо. Не, я про то давно, когда типа мы траили еще только. Давайте, блин, ебанем это говно, нахуй. Че за хуйня, блять? Не надо ищи тут. Раньше босса 50 гп подарочных получит. Не надо ищи. Я говорил, не бич. Все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, готовимся. В ближайшие пару секунд будут гейзеры. С них надо выйти. 3 секунды, если не успеваете выходить, то все, пизамон, они на РДД. Че, все вышли? А, нихуя. Джандис, как дела? И Ненадыч, как дела? Хуёво, да, наверное? Тоже кажется, что хуёво лежать, когда все остальные бьют. Метка. На ком? Это. Пошли, милики, показываю гайд второй раз. Кирсори, пошли, братан. Смотри, обстрельчик такой. Ты такой, хоп. Вышел такой случика, блядь. И гейзерик такой. Хуяк выпрыгнул. Да ну нахуй. Неужели такое может быть, блядь? Давай еще только захилимся, блядь. Похильте, пожалуйста, умоляю, блядь. Ну пошли бить. Смотри, нихуя мы выжили, блядь. Вот это. Эх, я надеялся на другого. Вот это система ниппель просто, блядь. Остается РДДшникам ждать гейзер. Вы же понимаете, да, что сейчас на нас был гейзер и сейчас на вас будет. И вы готовитесь, да? Там уже два хила, они сдохнут еще, типа, к первой пачке хилов. Типа, я, конечно, все понимаю, там, блядь, новенький друид и старенький паладин, ну, который вылетает по КД. Смотри, гейзеры, сколько же тел упадет? Не... Ляночка. Ну, ты, наверное, уже устала. Спишем на это. Потому что... Что-то я распизделся, да? Завалил ебало. Натуре надо, да, подзавалить. Все, завалил ебало. Бы было. Нормально, я завалил ебало. Сейчас, если, короче, не убиваете, блядь, то тогда ро, нахуй. Завтра будем бить. Перед оком, нахуй. Будем перед оком бить, нахуй. О, блядь. Как дела, нахуй, дед? Нормально? Ебать, еле успел. Что такое, сжал? Сучка, сжалась, пиздец. Обстрел, внимание, обстрел, внимание. Выйти с одного, выйти с одного луча, выйти с другого луча. Дал гомосека. А, блядь, захильте. Дал бабл. Что это было? Ну хилить просто надо. Просто хилить надо, но я бабл дал на эту хуйню. Вот смотри, на РДДшниках был только что гейзер. Юля, все веди, ага, сюда потихоньку. Активация тьмы. Shadow, Rardik, Void. Что активация тьмы? Я-то бабл дал. И не сдох. Ну ты на луче. Луч своего цвета поймал. Нет, не ловил. Логи боя, я смотрю сейчас. Не знаю, это хуйня. Миленький гейзер, смотри, гейзер выбежал просто как бог. Надо еще захилиться. А собственный цвет словил, но он все равно наносит урон. Не, я, по-моему, не ловил, блядь, не знаю. Ну вот, я смотрю сейчас. Да похуй, короче, блядь, я не умер. Вот все лежат, бичи, вот эти бичи, вот кто лежат, это бичи. А я нормальный пацан. Я живой, шапка, блядь, на Войда, нахуй. Чё, какая шапка? Корона. Корона с духом.
Мне нужно анонс этому. Разбойник Пет, внимание. Первый плюс в рейд-чат. Отдаю. Зола Маныч. Где ты? Вот. Если он не хочет его изучать, то можете, может поромить. Так, кинжал надо кому-то? ВП-шарду надо тебе? Не, два тут. Будет три, нахуй. Будешь кидаться его. Буду тебе в жопу его закидывать. Не надо, блядь. Так, что ты говоришь? Вот это молитвы, восстановление, вот это кому надо? Ты говоришь, голова не надо? Да, не надо. Ты хилить будешь? Нет, я ее на ЦТ возьму. У него так-то ДЦ есть. Я понял, нахуй. Ну ДЦшник фуловый получается. Давай в ДЦ спекать. Кстати, может тебя спекнуть? Хотя подожди, сейчас посмотрим, что там по хилам. Что это? 320. 320 какой-то хуйни надо кому-то? Он шуре отдаю, короче. Забрал это 19,5, но, грубо говоря, 20к в минуту наносит урона. Короче, тапки. А у меня какие тапки? Сейчас я гляну на хапале. А на хапала же сойдут такие? Нет. Почему нет-то, блядь? А у меня хаста крит, но 277-е. Ну, вон, Заломаныч пишет, дай ему тапки на Элима. Да. Это хуйня, хаста тебе не надо, я бы заебал. Нахуя они тебе? У тебя же кольчужные есть. Я не про эти тапки, бля, я про вот эти кожаные, нахуй. Я просто думаю взять на хапала. Типа, размуть его, Заломаныч. Размуть Заломаныча. Идет, нахуй, сказал. А то он сказал, что спасет тебе, понял? Там Катрисия не пиздит? 350 МС. Давай я не Заломаныч, сейчас размутаю. Все размутал. Все, он тебя размутал. Но дай мне кольчужные тапки. Ебать, там, ты орешь, я еще кожаные эту королю. В смысле, так сделай мне тише просто. Я вообще тихо говорю. Нет, блядь. Ну тише сделайте мне, все. Вот это, что это, кольцо огня, это на кого вообще? Это пиздатая лемовская чарка. Это на распыл. На распыл, да? На хапало возьму, ебаный. Заебал. Ладно. Жили мы ровно. Кирсори хочет на ну, по ИПГП. ЗКП. Слава, кидай, я вендору продам. Да все, я отдал ему. Размуть хомозек. Блядь, да вы заебали, блядь. Всех размутай. А ну вот, да. Давай я размуту. Пошли, этот. Как мы били, блядь, прошлый раз Геру с пула? Мы вообще вывезем, нет? Как хили? Смотри, вот хилы. Пятая пати. Не надо, я не знаю, как хилит. Какой гир у него, смотрите его. О! Друид инвалид, а ты где? А, он в рейде, вот он. Да, нам бы, конечно, добавить челиков. Я вот думаю, спекаться мне 6-го хила, да? Да давай спекнусь, нахуй, похуй. Поебать. Так. Конечно, нахуй, мы тебя в лонир собрали, давай спекайся, нахуй. Тури, блядь, ёбаный. Сейчас спекнусь. Ну, короче, тогда я что-нибудь заанролю там следующего босса. Нихуя себе. Сейчас отожрусь, как мразь. Поставил рыбу. Жрите. Что там по аурам? Короче, я освободил какую-то ауру. Взял броню. На ком черная сейчас? Темная, в смысле. Афроамериканская. Сейчас я пожру, блин, подожди. Так как отошел на минуту. Джандис, ты, короче, считуй пати хилов. Слышишь? А я пати четвертую буду считывать. Вот 5 щитков закидывать. Ну, меня, надеюсь, подхилите. А давай вообще частицу на себя ебану, нормально будет. Я частицу на себя, ты на Юлю, и нормально будет. Как оказалось, чарка говно, нахуй. Кому ботинки отдать? Какие? А, на Элема. Ну, вон... вот этим, можешь призану собирать Элем? А, так они у тебя есть. Так на Элема нет нормальных чарок. Я думал, ну типа там же кольцо призана есть. Кому? Могу бидону, бидон есть? Бидон или притону, дай, ну. Может они Элема сделают куда-нибудь. Я просто думал, что чарка-то забись, там при каждом прожатии кольцо огня оно дает СПД. Ну, во-первых, СПД дает очень мало, блять, а во-вторых, ГКД на кольцо огня. Настакивать надо у тебя, да, да, тебе нужно талант качать в этом. Да, это хуйня. У меня она была, я ее тоже реронил.
Фердринг. Зато орал нахуй, пиздец, блядь, как резанный поручень. Да я не орал, блядь, ты орёшь. Так, готовимся. Сейчас дам отчёт, даю отчёт. Не пиздец, ты нахуй. Дай. Дай. Так я думал, он ненормальный. Герус пула и фул ебаный ДПС. Прям, блядь, чтоб ровно было. Сука, промах, прикинь, правосудием, чё за хуйня? Надел мир пропнул. Так, все, нахиливаем. Ну чё, капа, меткости нету. Ну, натуре как меткости надо собирать. Через 40, ой, через 30 секунд идите. И четвертую пати раздал щитки. Да, норм челиков. Так, выходим. Ну. Ауросовая. Так, а на ком она сейчас тогда, если ты освободил, типа? На рарник. А, рарник. А, ну типа, блядь, сработала она или нет? Сейчас будет дыхание. Четвертую пати считаю пятую, вот дыхание. Блядь, не уроните. Блядь, эту... Заткните. Геру дайте. Я заткнул, может. Такой же была Гера. Была с пылом. Ну, была для бичей, которые упали. Никто не понял. Почему возьмите? На собаке. Так, четвертую пати засчитывал. Вышли, Invisible MVP Shadow вышли с босса. Из черной хуйни вышли. Вышли. Вот эту хуйню зауешьте, сферы зауешьте. Погружение, зашли в бублики, Массакру дал дополнительно. Зашли. А теперь вышли. Блять, это вообще максимально хуево. Вы что, в Алай бьете нахуй? С бублика вышли? Пиздец, блять, просто 20 человек сдохло нахуй. Я в ахуе с вас. Они далеко стояли, купно. Да кахули, я. Ну я успел забежать. Ясно, нахуй, падайте. Пиздец, это сколько IQ надо забежать в бублик? А вот они появились первые, сука, а рядом нельзя встать 10 метров, чтоб потом не ебать вала нахуй. На 5 секундном косте забегать. Алло, блядь. Инвизиблом взрывом ровно в сфере. Вот да вы, там. Сука, 15 тел не забежало в бублике, блядь. На погружении, нахуй. Синяя залупа, вот эта крутящаяся, это бублики. Станьте спиной боссу, блядь. Или в сферы забегите, чё, блядь. Еврей, ты чё там уболтил, блядь, в бублике? Чего? Кринж. Кринж, нахуй. Я в ахуе. Кринж, это ты, блядь, нахуй. Я тебе еще раз говорю, в бублике убило, нахуй. Что меня, что инвизибла, блядь. Хуёво. Вы что убило там, блядь. Сука, ну, а 15 человек убило, как, нахуй? Они просто не забежали в них, нахуй. Просто стояли и бланили. Весь люди из рта текли. Ясно, нахуй. Блядь, козёл старый, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. А, я понял, почему мы упали. Это я, наверное, печать не поставил, нахуй, хиловскую, блядь. Вот именно, ясно, понятно, короче, блядь. В натуре мне лайкнули зря просто. Ставлю рыбу, короче. Жрите. Кто там, заходите. Джандис тут, нет? Позалупаны же, где? Бежит. Ну, сначала инста. Телепается. Что там? Мобы есть там? Да сегодня у нас, блядь, на работе катилась одна особа. И покатилась. Бежит кабанчик. Сука, я жру или нет? Ну-ка. Что-то я, блядь, стоял, не жрал нихуя. Что это, блядь, у меня из пукана, что такой ветер был? Естественно. Все готовы. Давайте забирайте тьму. Да я что-то. На гамазике. Так, и башим.
Так, я пятую считаю уже. Точнее, я четвертую. Так, дыхание захиливаем. Черный пол выходим, с черного пола выходим. Блять, еврей, сука. Хули не выходишь с черного пола? Это сфера там или что дамажит, что это за хуйня? Следующее дыхание 3 секунды буквально сейчас будет уже. Дыхание раскидываемся. Блять, спас просто с того света, ебать, пацана, нахуй. Ты лучший просто, мы тебя обожаем, нахуй. Ну, забирайте следующий, рарник. Рарник? Забираем. Это, сферки заешьте, чтобы они не разъебывали меликов, а то они на дыхание разъебывают. Бублики вынесли, и на бублички глазки обратите внимание, потому что в них надо будет заходить скоро. Вот они, бублички, да, стоят такие, прекрасные. Смотрите, сейчас еще будут или погружение, или бублики, блядь. Вот дыхание, захиливаем. Так. Бублики вынесли. Вот оно, погружение, зашли. Молодец. Фулл прожимки, Т4. Всю хуйню, зашли. А вот теперь вышли из бублика. Я сдох, сука, заклевала сфера. Вагон. Хуярьте, хуярьте, добьете, нормально. Бич. В натуре бич, блядь. Дыхание, гимн, ебани, шалфир. Быстрее, быстрее, блядь. Сука, убила его. Кринж. Ну попробуйте, хуярьте. Бублики, только выйдите с них. Все нормально, добили. Я понял, нахуй. Рыл моча. Кто так рылит, блядь? И не подспоришь. Блядь, а я вот собирался сходить с холипала за штаны. Что, мои штаны опять выпали? Нормально. Сюда. Что там за штаны, хоть объясните? Да, говняцкие. Хостой латные штаны. О, вот это дело, за блядь. 40. С критом есть, теперь с хостой будут. Хорошо. Не знаю, я... Я с холипала столько, блядь, за этими штанами пытался сходить, блядь. Пофиг на штаны. Ни разу не выпали. Ну тебе-то пофиг, у тебя два косаря хосты, а у меня косарь всего лишь. Типа мне подзайдут нормально. Вообще, бля, имба, нахуй. Ну теперь я просто буду захиливать, блядь, в три раза больше, нахуй. Прям профит на лицо просто. Надо кому-то пояс, посох, точнее. Вот этот обычный. На распыл можно? Он дритинулит хочет. Носовую, да, вот. Сильно? Нормальная тема. Сову подапнуть тебе надо. Вот это смотри, что выпало. Лунный огонь. У тебя есть такая хуйня на сове? Лунная прыжка есть. Есть? А еще надо? На распыл можно? Опасные, да? Типа, на, вдруг просрешь. Сука. Жопу вытирать нахуй, да. Короче, кто там на распыл? Не надо чудо. Романович на распыл? ЕП, давай нахуй. Какой ЕП, блин? Еще босс целый. Еще какой? Еще Гагонаш. Еще Гагонаш. Гугонаш? Да. Ну, собака сутулая. Так. С ума нет у меня. Так и зовут порофлил, да? Я думаю, блядь, кто это посмел? Я на танкмод её собираю. Да я, блядь... У меня остались штаны и грудь, по-моему. Блядь, вот это с СПД надо кому-то, параша? Запы? Ну, лемовские запы, пиздатые. У тебя есть же такие, да? У меня есть, но с 25-ки гер кожаные бисовые. Джандис. Что, крутить будешь? Или какому-то другому? Там вон призен хочет. Да, берите, мне не надо. Призену или тебе, я хуй знает. Призен, ты же на Элема? Ну, у меня типа такие есть. Ты, или ты да призен, говорить? Призен, ёбан, ну ты же не призен. Да там ты говоришь, или тебе, блядь. Призен. Или тебе, это кому? Джандис рулит. Короче... Забой проков чего? Этот, я призену дал, там, если сильно тебе надо, у призена спроси, слышишь? Пофиг ему, ну... Где-то логика. Вот это грудак, короче, духаст с чем? У тебя ты имеешь в виду или что? С критом. Духаст. У меня. Духаст. Надо кому-то с критом. Если никому не надо, я бы на распыл забрал. Да я понял. Сейчас надо глянуть, найти. Там, может, какие кожаные есть. Ну ладно, на распыл. Вроде никто не ролил. Она же сила дает. Ну я, короче, в келе побуду для подстраховки, блять. Шалфир диспель, там ты единственный приз, тебе поудобнее это будет делать, пусть у тебя меткость есть. Я уже тут, ебану, хуй сумнить. Сейчас рыбу ебану, короче, пожрать. Жрите рыбу. Давайте быстрее, там воронка фарм собираю.
че? Потом гляну. Там дохуя всего. Не одеться сможешь, или тебя дом? Проверка. Просто чисто на себя ебану, не хочу сдохнуть. Заманочек, притон. Тут. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Дёрдайте. Спиной к боссу стоим, сразу хилуем. Диспел. Так, выносим Зломаныч и Джандис. Отвернулись. Милики, я думаю, вы знаете, да, когда отбегать. Помогайте там тоже диспелить. Пасифея выноси. И... Блядь. Гангрена, ёбану. Ты чё, сломал? Ты сломался, что ли? Хоть произнесёшь, нахуй. Ой. Диспальте, диспальте. Подиспальте кто-то, блядь. Этот дебаф он усиливает. Я пол диспалил. Там кто-то в рейде нагадил. Ой, кто больше вообще не диспалит? Этот... Не надо еще бэрь быстренько в твоей пати, паладина. Диспальте. Крест, череп выносите. Блять, не надо, спасибо, блять. А, мы в рейде служить стоим. Кайф, заебись. Я сказал, кто-то в рейде насрал. Что-то, брит инвалид, ресай не надо, че, не надо, че, ресай... Отвернули. Джандиса. Вы умрёте. Блять, бидон, блять, не ожидал от тебя такого, блять. Быстрее, не надо, че. Резать Джандиса быстрее, пока мы не обосрались полностью. Побежать. Ты реснешь там, нет? Не надо, ич, прием. Возрождение. Он умер. Сука, ебаный в рот, блять. Вставание 80 уровня. Диспел. Хулидрин, крарник, гомосек, диспельте, блять. Ну шелфир, пиздец. Рейд разбежался в говне в каком-то. Право, лево, один слева, три справа, блять. Три через 50 метров стоят. Отвернули. Не получается у него с диспелей все за один раз. Притон, молодец. Диспелите, блять, потому что мы вайпанемся, будет придется заново это говно ебаное бить. Да я и так по КД диспелю, блядь. Ну все, пиздец. Есть еще БРы у нас? Нету нахуй. Ну давайте везем так. Не надо еще брыгался. Джандис тоже обрыгался. Два раза. Череп в крестик вынести средне, умоляю. Так, что там? А призон вообще в хиле? А, да, в хиле. Так. Давай, призон тотем и шелфир гимна мана ебани. Метки выносим. Так. Испалите. Череп крест выносим. Я хуй знает. Вы вот когда отбегаете право-лево за босса туда, вы от хилов убегаете, это понимаете? Вот я стою везде, и типа я не всех достаю. Не достаю по сифею. Разлагивайте, хуй знает. Дал массакру. Видать, спас челиков сейчас. Лям остался там нормально. Так, да диспелем это убьет эта хуйня. Что там, блядь, мой шмот выпал? О, я понял, блядь. Двойная атака. На туре, братцы, да. На двойную закинь атаку. Закинь жезл, если никому не нужен. Ну как, нормально я... вам по диспелу, блядь? Жесткий вообще диспел. Ну смотри, я 19 диспел, и то я вообще, блядь, хилил еще нахуй. Так, тебе жезл надо? Там если он никому не нужен. Там еврей хочет. Еврей тебе надо? А, ну пускай берет. Если у него хуже, то пускай берет. Четвертый там какой-то. Кольчуга с кипанием лавы. Да это как... ИП, да, и да, я пошел. Бля,
блядь, сейчас. Кольчуга вскипания лавы? Да. Ну, это на энха, но он не будет никогда это носить. А, ну, это РПБшная хуйня. На распыл можно? Да, давайте, до завтра. Давай, надо распыл, похуй. Что это говоришь? Точно это на ретрика заебись, да? Ну, вообще да, нет. Да. Нет? Хуёво? Забери. Ну, а чарка заебись, сама шмотка, я думаю, хуёвая. Да нет, почему ретрики носят такие запахи? Джиндис, тебе надо эту хуйню? Или мне взять? Они не кожаные, крит скорость носят с 84 с этого. Не знаю, у тебя в рейде сидят опытные ретрики, Слава, спроси, ё-моё. 24-й не падает, Джиндис. Патрисия заберёт их. Джиндис, надо тебе это, нет? Еще раз говорю, сейчас бери с двойной автоатакой. Ну все, если говорят бери, значит бери. Ладно. Дают бери, бьют беги, как говорится. Что это получается? Кольчуга. А, это хиловская, да? Ну это какая-то пара. На распыл можно? Ну на, может хилить. На хила, а не на распыл. Да, да, ты не распыл. С СПД, короче, ноги. Крит хаст и еще СПД дополнительно сверху. Надо кому-то это? Если никому, то я на распыл. А тканевики все ушли куда-то. Вы что, вам это не надо? Это же хорошая шмотка. Ну все, давай на распыл. Да, нахуй. Бать, нахуй, сейчас осколков продаю, блядь. Что с ДПСом, Заломаныч? Отстань от меня, блядь, я в тильте. Он на четвертом месте нормально дал так-то.